Около половины седьмого вечера в субботу на 127-м километре автодороги А-130, это в Малоярославецком районе, кольцевая развязка на Варшавском шоссе, недалеко от Малоярославца, произошло ДТП. Водитель автомобиля Porsche Cayenne двигался со стороны Медыни на очень высокой скорости. Не справился с управлением, по прямой пролетел через кольцо, через отбойник и улетел в лес. Довольно далеко. По предварительным данным, скорость его была свыше 200 км в час. За рулем находился молодой человек. Предположительно находился молодой человек, владелец этого автомобиля. С его слов, он сегодня пил пиво. Освидетельствование медицинское на месте сотрудникам ГИБДД показалось, что он действительно был пьян. В результате столкновения погиб пассажир автомобиля Porsche. Он на месте скончался до приезда скорой помощи. Водитель пострадал, но на своих ногах ходит, дает показания. Говорит, что не помнит, как произошло, кто был за рулем. Вот так вот. В общем, на месте сейчас работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства. Он оттуда он прилетел. Если какая же скорость у него была? В общем, правовую оценку действиям водителя дадут сотрудники ГИБДД. Пролетела машина на скорости и все. Быстро он ехал? Чересчур быстро. И быстро. Как? По прямой или что? Ну, по прямой, да, вот прошел, и вот там же видно все следы. И пошел туда, в кювет. Мы побежали и помогать, что там, чего посмотреть. И все, смотрели, уже поздно было. То есть одного один... вытащили, он сам вылез один, отстегнул ремень и вышел сам оттуда. А второй там лежал в машине. Ну и все, а что еще там? Пассажир сидел, лежал сзади. И вот только ноги было видно, а водитель сидел там. Водитель был там. Ну как? Ну он сидел, их двое было. Один лежал там, второй здесь. Я не знаю, как там.